Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Война колоколов». Шла однажды война, большая и ужасная война между двумя странами. Очень много солдат тогда полегло на поле боя. Мы были на нашей стороне, а враги на своей. Стрельба шла день и ночь, но война все никак не кончалась. И нам стало не хватать бронзы для пушек. Кончилось железо для пулеметов и так далее. Тогда наш командующий сверхгенерал, стреляй мимо, приказал снять колокола со всех колоколен и отлить из них одну огромнейшую пушку, только одну, но такую большущую, чтобы можно было выиграть войну с одного выстрела. Чтобы поднять эту пушку, нужно было 100 тысяч подъемных кранов, а чтобы отвезти ее на фронт, 97 поездов. Сверхгенерал потирал от удовольствия руки и говорил: «Стоит только выстрелить из этой пушки, как враги пустятся на утек и докатятся прямо до луны». И вот настал торжественный момент. Сверхпушку нацелили на врагов. Мы заткнули уши ватой, потому что от грохота выстрела у нас могли лопнуть барабанные перепонки и еще даже труба. Сверхгенерал, стреляй мимо, скомандовал. Огонь! Артиллерист нажал на пусковой рычаг, и вдруг по всему фронту с одного края в другой прокатился оглушительный колокольный звон. Динь-дон, 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 динь-дон. Мы вынули вату из ушей, чтобы лучше все услышать. Динь-дон, динь-дон, динь-дон. Гудела сверхпушка, и 100 тысяч эхо повторяли по всем городам и селам. Динь-дон, 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 динь-дон. Огонь снова закричал. Сверхгенерал, огонь! Черт возьми, огонь! Артиллерист снова нажал на пусковой рычаг, и снова величазный колокольный перезвон поплыл над траншеями. Казалось, будто зазвонили сразу все колокола в нашей стране. Сверхгенерал рвал на себе волосы от злости и отчаяния и так перестарался, что у него остался всего один волосок. Затем наступила тишина. И вдруг с другой стороны фронта, словно по команде, тоже раздался громкий, радостный перезвон. Динь-дон, 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 динь-дон. Потому что, надо вам сказать, командующему наших врагов, смерть генералу Бах, фан Бабабах, тоже пришла в голову идея отлить одну большую пушку из всех колоколов, что были в его стране. Динь-дон, 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 тоже гудела сверхпушка. Дон-динь, отвечала ей вражеское орудие. Тут солдаты обеих армий выскочили из траншеи и побежали друг другу навстречу. Они бросились обниматься, стали смеяться и танцевать от радости. Колокола, колокола звонят! Праздник, войне конец, конец! Ура! Да здравствует мир! Сверхгенерал, стреляй мимо и смерть! Генерал Бах, Бабах, Тарабах собрали свои автомобили и пустились на утек. Они умчались так далеко, что у них даже кончился весь бензин. Но колокольный звон еще долго-долго преследовал их. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а если так, тогда садитесь поудобнее, будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!